Короче, просто пипец и невообразимое, что делают капибары. Пункт 1. Капибары обожают кататься на любом животном, которое может плавать вместо них. Если это другая капибара, это мило, но если это крокодил, то уже немного опаснее. Капибарам вообще ничего не страшно. Они просто удивительно расслаблены. Ну и кто собирается рассказать им, что мир полон опасностей? Пункт 2. Капибары бесстрашно относятся к высоте и прыжкам. Они спокойно наблюдают за окружающим миром несколько секунд, а потом безо всякого труда прыгают, как будто это само собой разумеющееся дело. Как мы уже говорили, они слишком расслаблены и ничего для них не представляет проблемы. Пункт 3. Они воспринимают любое взаимодействие с другим живым существом как возможность для почесывания или поглаживания. Кажется, они думают, что они в роскошном спа-салоне или очаровательном массажном салоне. Пункт 4. Капибары продолжают удивлять нас своей дружелюбной и доверчивой природой. Они видят в каждом лишь хорошее и, похоже, совершенно не замечают, когда птица пытается откусить от них кусочек.